шифр. О, вот это? Это храм, нижний храм преподобного Иова Почаевского. Здесь вот иконочка Иова. Этот как в Почаеве, кто был в Почаеве, это такой же самый заход получается. Вот здесь такой же храмик. Люди собираются, уже приходит приблизительно. Бывает и до 100 человек в храм. У нас здесь много частичек святых, наверное. Один из храмов, где самый больше. Вот, есть частичек святых. Это преподобного Иова Почаевского, Амфилохия Почаевского, святителя Николая, Киево-Печерских святых мощевичок есть, святителя Луки Кримского, Филарета Московского, Лаврентия Черниговского, Кукши Одесского. Многих святых есть частички мощей. Службы у нас проходят каждое воскресенье, праздники. Вот, служим акафист, сегодня как раз среда. Служим акафист Божьей Матери Всецарицы. Это перед той иконой, от которой люди получают исцеление от раковых болезней. Так те люди, которые болеют. Вот здесь мы служим Богосвятым молебен. Это уже люди, кто получил исцеление или благодарность тут дают, кто кольца, кто, ну как, люди уже считают эту икону как чудотворную, потому что кто-то уже получил исцеление. Я здесь был очень давно. Ну, когда тут еще стройка была, я даже не ожидал, что ну, мы уже все взяли, потому что надо было что-то сделать, скажем так. Красиво. Вот. Такой танк у нас. Иконостас резной. Там и престол резной, вон, там уже за иконостасом.